ленивые, скажем так, хачапури. Тоже на сковородке. Тоже из лаваша, значит, для этого нам потребуется что? 3 или 4 яйца можно, как хотите, сколько у вас лаваша, смотря. Сыр, граммов 150. Черный перец, соль, творог, зелень и молоко. Молоко граммов 100-150. Так, сыр натерли. Примерно 100-120 граммов творог, примерно граммов 200. Зелень. Здесь у меня петрушка, укроп и лук зеленый. Какая зелень у вас есть, такую и положите. Без разницы, значит. 150 граммов молока, 3 яйца. Разбиваем яйца. Солим где-то пол чайной ложки. Перчим. Кто как любит. Кто что любит. Я черный просто перчик положу. Перебьем. Яйца. И добавляем молоко. 150 миллилитров молочка. Сворачиваем так, как вам удобно будет его резать или стричь. Мы будем его разрезать на полосочки. Полосочки. Ну, где-то около сантиметра. Вот на такие кучерявенькие полосочки нарезали. Дорезаю обрезочки. Остаточки, скажем так. Это не объедки, это остатки. Как-то первый раз приходится есть объедки. Зачем же вы так? Это не объедки, это остатки, я вам объясняла. Это большая разница. А, значит, это никто не... Обижаете клиент. Ага. Раскучерявим. И выкладываем нашу смесь. Венды, российский сыр. Натерли его на терке обыкновенный. Выкладываем творог. Пожалуй, можно уже и зелень сразу высыпать, чтобы все вымешивалось сразу. Вот таким образом. Кладу сливочное масло. Вы можете на растительном. При помощи плоской тарелки вот такой. Я перевернула. Переворачивать с помощью тарелочки. Вот так, ребята. Разрезаю. Вот такой кусманчик. Такие кусочки. Очень вкусно. Можно было добавить чесночку. Это, конечно, мое упущение. Нарезала сверху чесночок. Ничего, Палыч, пробуй в сравнении. Ножик дать или так? Вкусненько, да? Вкусненько.